Самый блестящий командир советского военно-морского флота. Рамиус подготовил большую часть офицерского состава. Он живая легенда среди подводников. Самый опасный из всех подводных лодок. Эта зверюга может подтащить 200 боеголовок к самому Вашингтону, а никто даже не заметит, пока не будет поздно. И вновь мы ведем опасную игру с хорошо знакомым противником — флотом США. Его план — загадка. Человек, несущий такой груз ответственности, читает о конце света? Возможно, у него случилось помешательство или нервный срыв, после чего он заявил о намерении нанести удар по Соединенным Штатам. Вы просите помочь вам выследить лодку и уничтожить ее? Открыть внешние люки, приготовиться к пуску. Мы идем полным ходом в историю. Я тебе покажу историю. Мне кажется, он хочет перейти к нам. Вы обычный аналитик. Откуда вам знать, что происходит в его голове? Даю 3 дня на доказательство вашей теории. Я не оперативник, а обычный аналитик. Вы отлично подойдете. Потому что меня не жалко пустить в расход. Он хочет перейти. Готов поклясться жизнью. По мотивам бестселлера Тома Кленси. От режиссера «Крепкого орешка». Дайте ему шанс. У меня есть четкий приказ. Всем приготовиться. Шон Коннери, Алек Болдуин, Джеймс Эрл Джонс, Скотт Гленн и Сэм Нил. В фильме «Охота на Красный Октябрь».